Вот, Ксюша легла загорать. В штанах, в носках. Ну, не все у нас взошли. Вот эти самые хорошо взошли. Теперь сидит, плачет. Саня, окей, комик, все. Немножко проспали, давайте встаем. У вас 25 минут. Давай быстрее. Мама, блин. Доброе утро. Всем приветик, доброе утро, доброе утро. Встаем, Ксюня. Я хочу, не сделала уроки. Ты не сделала уроки? Нет. Ну ничего страшного. Нет, это плохо. Ну скажи, что ты забыла. Нет. Давай садись. Мне жалко, не хочу. Все успела сделать. Ну ничего страшного, скажи, что забыла. Нет, нельзя говорить, что я забыла. Нельзя? Что это не сделала, что не поняла. Да? Ну скажи, что ты не поняла еще. А у нас двойку ставят. У нас двойку ставят, Ксюша. У вас просто ставят на желтую или там, что предупреждение? Да, если будет красная, потом не знаю, что. А у нас сразу двойку ставят. С оценку. Ни предупреждение, ни желтое, ни какое там. А сразу ставят двойку и все. Оценку. Не сделал? Два. Ну все, потом нужно закрывать ее как-то. Получать хорошие оценки, чтобы закрыть. Сейчас она уже обувается. Хорошо, давайте. Все, бегом. 10 минут у вас. Пока. Все, не переживай. Ну так. Забыла сделать она уроки вчера. Сегодня бегает утром. Да, Бонь? Сама виновата, да? Нечего было. Вот так вот. Нечего было играть. Вот так вот. Уроки делать сразу надо. Я еще спросила, делали уроки? Да. Какие? Вот нужно проверять у них. Теперь буду проверять. То раньше на слово верила. Верила на слово, а теперь буду проверять. Разлеглась тут. Рыжая. Каролина, сегодня я отвожу в садик, потому что девчонки ушли рано сегодня. Им в 7:30, поэтому, Макс, обуваемся. Давай, Каролиночка, время. Где твои ботики? На улице, наверное. Готова? Ты обулась? А ты правильно обулась? Ну, Каролина, ну ты что, ты опять не смотришь, как ты обуваешь? Нет. Нет? Ну посмотри, пожалуйста. Носки, смотри, в разные стороны смотрят. Неужели тебе не чувствуешь, да, что неудобно как-то? Девчули, загораете? В штанах. В штанах, вот именно в штанах. Загорают. Нечаянно, она мокренькая, даже у меня тачка. Макс по газону на велосипеде ездит. Макс, больше негде, да, ездить? Вот, Ксюша легла загорать. В штанах, в носках. Да? Панамку вот так вот натяни. А все равно у тебя тут солнце не попадает. Оно тебе вот так вот на пол тела твоего. Да, вот так вот будем загорать. Все. Я тоже в шортах. Ой. Леггинсы, шорты. Давай еще больше, пусть будет зеленый. Перевернешься еще. И Макс там круги дает. А? Ты встань, попробуй сначала равновесие поймать, а потом руками двигай. Я не могу. Я когда я вот так сплю, я не могу. А я знаю, откуда у тебя синяк. Помнишь, ты упала на траве, это, на голову? Или нет? Нет? Нет, у меня уже вчера было. Да? Стой, ты как у меня? Ой, Диана, еще ты. Да. Цветочки поливаем. Смотрите, как они. Ну, не все у нас взошли. Вот эти самые хорошо взошли. Там не взошли. И вот здесь вот не взошли. Здесь вот совсем чуть-чуть. Я уже не помню, какие там. Тут, по-моему, ромашки. Угу. Хорошо полей. Давай. Ай, 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 ай,
sieht doch ganz nice aus. Вот сколько там штук? Очень много, где-то 14. Ну как можно было кидать его на голову? Ну как вот? Только недавно у нас Каролина мама, смотри, это зацепилась. Была... Теперь это... Была такая штучка. Ну, я знаю, да. И она ее подкинула, и она была тут. Ну. И я некоторые достала, и мы их уже выбросили. Нужно было сразу меня звать, я бы аккуратно достала. Вы, наверное, как можно так доставать, чтобы запутать вообще, конкретно запутать? Как? Ну, Ксения, потом вот так вот. Вот, она еще глубже их засадила, и все. Теперь сидит, плачет. И пинцеты. Пинцеты, окей. Смотри, Ксения. Красавица. Лучше бы слайм залепила себе на голову, чем эту штуку. Ужас. Это вот как вот это вообще? У нас только недавно Каролина влипла в это. Вытаскивали, выдирали просто. Мне не было так сложно, тут было. Ну, а у тебя прям в корни попало. Операция «Ы» по освобождению Ксюши. Ксюша влипла. Это вообще ужасно. Это надо такое вот придумать еще для детей. Для какого возраста для детей? Если вон даже ребенок 10-летний себе в волосы это засунул. А представь себе, если играет кто-нибудь там, вот как Каролина, 5 лет, 6 лет. Это же вообще, это ребенок может реально без волос остаться. Родители, может, некоторые не смогут распутать, возьмут и отрежут, и все. Это вот сейчас еще 11 штук надо вытаскивать. Вот эту одну вытащили, еще 11 там. В общем, это не знаю, на сколько часов. А как ты так подкидывала его-то? И не поймала? Лежа, что ли, подкидывала? Или стоя? Просто подкинула, и он тебе на голову хряпнул. И все, и ты уже его не достала, да? Потом начала дергать, да? Ну вот, папа еще одну уже почти достал. Вот так вот. Надеюсь, все выкинули уже? Все выкинули? Точно? Больше нет ни одной? У меня? Все выкинули? Да. Точно? Смотри. Ой, еще одна. Бедные волосюшки. Может, бальзамом намазать? Ну, Герес, бальзам. Бальзам есть? Бальзам? Принеси бальзам. Нет, бальзам. Бальзамчиком намажем сейчас? Папа там отрежет эти крючочки. Оказывается, что у Макса тоже аллергия, как и у Ксюши. Глаза чешутся, с носа бежит, горло тоже чешется, все чешется. Папа новые капельки купил. Закапаем перед сном? Да? Надо закапать обязательно, а то будешь мучиться чесать. Смотри на меня. О, какие глазки красные. Вообще-то у Макса первый раз такое. У него вот за все сколько? За все 5 лет первый раз такое, чтобы у него глаза чесались. Я не знаю, может быть, где мы там раньше жили, там не столько было вот эти вот этой пыльцы летало. А мы же сейчас здесь живем, здесь же поля. Поля, луга, и растут здесь разные вот эти вот цветочки, растения. И вот поэтому у него первый раз такое случилось. А раньше такого не было, когда мы жили в другом месте, в другом городе. Там не было полей. А здесь вокруг поля, леса. Поэтому такая вот у нас теперь проблема тоже с этой аллергией. Я бы посмотрела на тебя, если бы ты запуталась. Ты бы так бы лежала бы и плакала. Да? Не скакала бы здесь, как лошадь. Буль-буль я только слышу, буль-буль ничего. Богофруток а? Это масло. Это буфабло, это тоже бы всю фаблю есть, ух ты, это буфабло. Чао, мать, я маленько возьму ангидонос.
Цемент, далі гари клеїмо. Мам, ворожа будь з волосами. Окей, комі, хрися. Ні. Лекіта! Знаешь, вот плакать будешь? Север Сирен. А? Север Куртар. Сирен, Мазрой Сирен. Ты представь себе отрезать ничего, Ксюш. Потерпи чуть-чуть. Алло. Маргарита, ты прям вот знаешь, как поддержать. Уже время, между прочим, 10 часов почти. Без 10-10. Чуть-чуть осталось уже. Сколько осталось? 3 штучки? 4? 4 осталось. Потерпи чуть-чуть. Каролина, пойдем спать собираться, Макси. Каролина. Каролиночка, пойдем зубы чистить, уже 10 часов. Пока папа там распутывает, пойдем. Пойдем спать. На. А? Все. Пойдем. И сразу волосы вытянутся. Волосы мне только не отрежь. На корту спорю. Ну, как это все. И корту спорю. Руку поесть своим спиртом. Я ей буду, я с окамью стомила. Последнее осталось. И пойдем мыть голову. И потом не знаю, как расчесывать эти все узлы. Вот сколько там вытянули. Последнее, самое запутанное, наверное. Осталось. Да, они просто пышные, так видно, как будто это много, но это немного, небольшой пучок. Придется отрезать, потому что там уже никак не вытащишь. Лео, я дуэляю. Отрезать? Куртамус осигу. Там небольшой кусочек. Где? Куртар. Куртар. Все. Где? Не ремонтчу. Теперь пошли голову мыть. Не знаю, как мы тебе ее расчешем. Вот, все. Смотри. Все живое. У тебя глаз опух немножко. Пошли голову мыть. Все, помыли голову. Расчесали. И ничего не заметно. Лысины нет? Ну-ка покажи. Нет лысины. Все хорошо. Как будто бы ничего не было. Очень сильно болит. Голова болит. Конечно, столько дергал там папу. Зато волосики спас. А так бы у тебя вот на макушке был бы ежик, если бы отрезали. Представь себе. Тогда нужно было бы все отрезать и все. Так все хорошо. Вон в расческе сколько волос. Маргоша спит или нет? Так, Маргарита, 11 часов ночи. Завтра вставать раньше, 6:30. Мне в 6. Ну, в 6 тем более. Тебе осталось спать 7 часов. Давай, Ксюнь, давай, теперь одевайся. Глазки закапаем и спать. Все, свет выключаем. Я читаю последнюю страничку, хорошо? Почему у вас всегда вот, не знаю, то ли это у Маргариты так всегда, то ли все дети такие? Вот скажите мне, пожалуйста. У всех на ночь сразу рвение к чтению идет. Угу. Keep as him buys, bla bla. Папа так странно читает. Сахс, профессор. Пенелопе. Nun es gibt kein Loch on the old. Давай переодевайся. Ладно, все, ребят, спокойной ночи, будем спать.
Ты таблеточку выпила, которую папа купил от аллергии? Папа сказал, если ты ту таблетку выпьешь, ты хоть захочешь спать. Ну вот, быстренько уснешь и все. Если у нас угу. Ладно, все, ребят, спокойной ночи. Всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Пока, Маргуш. Пока. Пока-пока.